Второе лето для юных сельских хоккеистов, участников областного турнира «Омские орлята» организованы профильные смены. Своего рода спортивно-оздоровительные сборы. В прошлом году местом дислокации для ребят был только детский оздоровительный лагерь имени Петра Ильичева. А в этом сезоне «Орлята» расширили границы. Три смены прошли в разных районах – Любинском, Черлакском и Одесском. Для хоккеистов была подготовлена обширная тренировочная программа, в формировании которой участвовал куратор проекта, заслуженный тренер России, советник губернатора Омской области Евгений Шастин. Первым принимал профильную смену лагерь имени Петра Ильичева. Сюда в этом году приехали 160 спортсменов из 10 районов области. Две категории детей здесь есть, младший возраст и постарше ребята. Вот разделили футбол на две категории. И они проходят чемпионат по футболу. Для них это впервые такое, что много игр каждый день, по две игры. Ну, знакомятся с ребятами, со всеми командами, ходят, общаются. Во-первых, смена – это одни мальчики, да, и у нас существует одна девочка, это очень даже шикарно. Они, так скажем, сильные, сплоченные, они постоянно занимаются. Единственная девушка смены Аня Бакулина из Большеуковского района вполне комфортно чувствует себя среди мальчишек. На профильную смену она приезжает второй год и точно знает, что не зря. Сила воли их будет, терпение, выносливость, ну и сила, конечно. В лагере хорошо. Вот мы здесь с командой уже третий или второй раз мы здесь уже. Мне нравится играть в футбол, всякие эти сценки, ну все нравится. Мне очень нравится наш отряд, мы дружные, сильные, все умеем играть в футбол, в хоккей. Мне понравилось в футбол играть. Познакомился вот недавно я из команды Тары с одним человеком. Вторая смена «Омских орлят» приняла 160 юных хоккеистов в Черлакском районе. На торжественное открытие в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» приехали глава района Евгений Сокуренко, партнер проекта Александр Курило и самый долгожданный для ребят гость Евгений Шастин. Заслуженный тренер России посетил жилые корпуса, проверил дисциплину и порядок в комнатах, дал ценные рекомендации юным спортсменам и их наставникам. Условия, которые здесь созданы, мне понравились очень, потому что вот эти корпуса маленькие, они все вместе, они как-то объединены одной идеей, одной целью, они гуляют, они знакомятся. Ну, потрясающе. И сам лагерь уютный, такой по-домашнему, мне это нравится. Вот. Ну, а в дальнейшем хотелось бы, конечно, чтобы главы района, они повернулись к своим детям лицом. Мы делаем все возможное, и второй год и министерство, и правительство выделяет средства, и мы создаем те условия для ребятишек, чтобы это отложилось в их память. Утром встаем, бегаем вокруг территории юбилейного, делаем зарядку, заправляем кровати, потом идем кушаем и играем. Различно. То шайбы кидаем, то бегаем, то на пресс что-то делаем, то подтягиваемся. Сейчас проходит в этом лагере турнир мини-футбол. У нас уже было две игры, сегодня будет уже третья. Пятиразовое здесь питание, кормят вкусно, весело здесь. Можно заниматься футболом каждый день. Можно же вот тут покачаться чуток. А это утренняя зарядка омских орлят в оздоровительном лагере «Солнечная поляна» Одесского района. Здесь прошла третья заключительная профильная смена этого года, организованная правительством Омской области при поддержке Минспорта региона и администрации Одесского района. Евгений Шастин приехал в «Солнечную поляну» не с пустыми руками. Вручил комплект мячей лагерю. В свою очередь, Одесский фонд поддержки спорта подготовил для юных хоккеистов свой подарок. Спортсменам Одесского, Лукьяновского и Буяновского сельских поселений были переданы комплекты игровой хоккейной формы. Здесь приезжают дети из других районов, то есть с области. Нужно показать себя с лучшей стороны, чтобы
наш лагерь запомнился и в него хотелось ехать. Мне нравится, что тут в каждый день с утра зарядка, что тут все по расписанию. Мне это нравится. Футбол тут всегда есть, волейбол там, можешь провести свое свободное время и так далее. Я хочу вырасти в хорошего хоккеиста и в дальнейшем представлять на район на областных праздниках. Ярким, спортивным и веселым запомнится это лето юным сельским хоккеистам из многих районов Омской области. Ребята набрались сил и уже с нетерпением ждут зимнего сезона, когда на ледовых площадках региона поднимутся флаги 5-го юбилейного турнира «Омские орлята».